Сегодня в Совете Федерации обсуждали проект закона о контрафактной системе в сфере закупок товаров. В совещании принял участие председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. Говорили о повышении качества закупок и введении мер антикоррупционного характера. Глава татарстанского парламента обратил внимание на то, что контролировать соблюдение закона должна не общественность, а профессиональный орган. Необходимо предусмотреть механизм обжалования действий оператора электронной площадки. Перед приездом сюда я написал письма всем правоприменителям нашей республики, кто занимается этой проблемой, кто участвует в этом процессе, и получил очень серьезные замечания, которые мною переданы в специальную комиссию, о которой сегодня шла речь.